посетили Пермский крытый скейт-парк. Первый скрытый скейт-парк. В принципе, понравилось все, то есть... Ребята хорошие, парк хороший. Немножко доработок требует, но и в принципе в процессе все. Ну это в процессе все доработается. Вот, да. Недочеты есть, но они устранимы. Ребята, что строят парк, вообще... все понимают на самом деле. Политика как бы ребят прямо хорошая очень. Вот. Приходите кататься сюда, да, все. Да, все круто. Да, когда будет вторая часть, будет просто лучшее место в Перми для экстремалов. И просто проблема. Да? И... Вот это пикер. Ну, в целом, респект ребятам, что занимаются сейчас. Да, все круто, все вообще, пошли все быстро здорово. В парк. Всем привет. В общем, парк очень крутой, но для бимиксера он мал. И сразу скажу, бимиксером с левой стойкой этот парк не для вас. Фигуры вообще сделаны отлично. Парк сделан круто, надо включать воображение, чтобы в нем кататься. В общем, мы вообще довольны, ребята. Да. Круто. Всем привет. Мы побывали в новом парке. Парк вообще замечательный. Да, фигуры сделаны очень качественно, заметно. Для новичков, все новички, которые хотят научиться кататься в раллице, обязательно смогут это сделать. Ну и в целом мы имеем достаточно места. Будем надеяться, что когда парк будет достроен, он будет замечательный, и все смогут в нем прогрессировать и кататься. Чтобы пожелаем удачи ребятам. Все, все ходите и все катайтесь, все будет очень здорово.